Бископ Витебский Олег Буткевич рассказал о наиболее значимых событиях уходящего года в жизни Витебского диоцеза, а также о планах на будущее. Рождественская служба под его руководством пройдет в Полоцком костеле святого Андрея Боболя. В преддверии грядущего праздника епископ обратился к прихожанам с поздравлением и пожелал оставаться с верой и Богом в душе. Бископ в этом году побывал во многих районах области, где встречался не только с представителями церкви, но и с прихожанами. Особое внимание витебским диоцезам уделялось строительству новых костелов. Решение этого вопроса, как и многих других, зависит от наличия финансов. Олег Буткевич поделился своим видением географии распространения католического вероисповедания. Фактично, супольности, католические супольности, парафиальные, есть у каждого райцентра. Конечно же, таких исторично это уже склалось наибольшая колькость верующих. У нас же у заходней частцы, починаючи с Поставщина, Глубочина, Братскочина, Милощина. Але и на усходней частцы, фактично у кожного райцентра, если мы маем каплицу, где есть каминное место, то доезжает святар, и есть больше или меньше группа верников. Как отметил Олег Буткевич, православие и католицизм очень тесно переплелись. Наблюдается взаимопроникновение каких-то традиций. И даже в семьях нередко встречаются представители разных конфессий. Епископ пожелал прихожанам провести наступающий год в житейской мудрости. Вера, надежда и любовь должны стать верными спутниками и поселиться в сердце любого христианина. Хочу пожелать всем вам и каждому из нас, дорогие братья и сестры, как свято-бетлеемской зорки, якое привело у свой час трох мудрецов и звыклых пастушков до яслів Иисуса Христа и нас, конечно, привело до Божьей мудрости, якая, поселившись в нашем сердце, нехай да поможет нам вести життё у згоде, радости и супокої. Бог един для всех христиан, независимо от конфессии. Разумеется, религиозные каноны у православных верующих и католиков несут в себе существенные различия. Другой вопрос – насколько это относится к традиции встречи Рождества? Ведь новогодняя атрибутика в виде елки и подарков является общей для тех и других. Независимо от того, какая у человека вера и какими путями он идет к Богу, Бог один. Понимаете? А дорога каждого ведет своя. Поэтому что, в чем разница? Если человек истинно верует в Бога, значит, он в этот мир несет только добро. Бископ Витебский Олег Буткевич напутствовал верующих в канун светлых праздников простить все обиды и чаще обращаться в своих мыслях к Богу. Новая радость стала, что еще не бывало. Над Бетлеем зорко ясно свету зазяла. Менавіта так, як штосьці давнє, але завжди живое, нове і небувале сприймає світ, передусім християнський світ, правду про Боже народження. Бог заходить до чоловіка. Заходить, щоб бути разом з ним, щоб сподорожнити йому у житті, допомагати і вести шляхом до вічного життя. Подготовка к Рождеству идет полным ходом. Каждый дом в эти дни должен быть наполнен радостью и любовью. Дмитрий Станский, Вячеслав Соловьев, телекомпания «Скиф».